Пользователи МФЦ оценили работу робота Николая. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта с начала апреля по телефону консультирует новосибирцев и записывает на прием к специалистам. Люди, которые попадают на него, почти 85-90% удовлетворены ответами. Они уже на сегодня получили ответ и не переключают на оператора. Единственное, хотим сказать, что робот сегодня пока отвечает на совершенно небольшое количество вопросов и самые простые. Ну, например, порядок предварительной записи в МФЦ. Это информация по графику работы филиала. Также помощник Николай может проконсультировать по уплате госпошлин, проинформировать о статусе заявлений и обращений в МФЦ. Получить услуги быстрее помогает и мобильное приложение. Среднее время ожидания в филиалах МФЦ сегодня не больше 10-15 минут. В ближайшее время функционал офисов «Мои документы» расширят. Планируется, что все услуги федеральных ведомств будут переданы на базу МФЦ. А второе направление – это хотят, чтобы на базе МФЦ было сосредоточено предоставление всех социально значимых услуг. Это включается и услуги ЖКХ, страхование, скажем, прием заявлений в правоохранительные органы. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!